Доброе утро, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. У нас с вами сегодня очередная дегустация кофе. Вот такая новинка от Lavazza появилась на нашем рынке. Вот такая у нее пломба. Ну что, достаем гейзер и идем заваривать. Так, открыли упаковку. Очень приятный, нежный кофейный аромат. Вот так кофе выглядит. А, как видите, да, это действительно 100% арабика. Нет ничего лишнего. Завариваем. Вот наш кофе готов. Очень интересно получилось. Когда мы с вами открыли упаковку, да, был не сильный, но был аромат кофе. При варке я абсолютно не уловила ни одной нотки кофейного аромата, да, когда чашка кофе тебя манит. Давайте попробуем. Честно могу сказать, кофе средний. Нет ярко выраженного кофейного вкуса и даже слов нет. Конечно, пробуйте сами, любители Lavazza. Мне не понравился, больше не куплю.